Ключевой и самый красивый момент праздника – появление брига. Алые паруса появились на главной сцене столицы. Гигантские декорации, технические и световые решения. Появление героев повести Александра Грина, Грея и Асоль. Вчерашние школьники ловят взглядом каждую яркую деталь. Такое в памяти останется навсегда. В этом году школы Калмыкии покидают 1342 выпускника. Из них 726 из столичных образовательных учреждений. Особая гордость для региона – 263 медалиста. Золотая медаль – это особая, конечно, награда, которая подчеркивает, наверное, статус ученика. Учеба в лицее, наверное, дала мне многое, потому что, это, во-первых, это база, это фундамент, который в дальнейшем поможет тебе в учебе в ВУЗе, да и в целом лицей учит учиться. Мои учителя – самые лучшие учителя на свете. Они дали мне много знаний, они помогли мне стать тем, кто есть сейчас. Я буду очень скучать по своим друзьям. Что бы ты хотел сказать своим родителям, пользуясь случаем? Огромные слова благодарности. Благодарим мы за все, за всю поддержку, за всю ту заботу, которую они во время вот моего взросления просто вот это все мне дарили. Безвозмездно все. Ну, я стараюсь ими также всем этим расплатиться в будущем. Особые слова благодарности и церемонии чествования прошли на сцене. В этом году 16 выпускников набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. 200 баллов у Мучкаева Алдара из Калмыцкой этнокультурной гимназии. Выпускница Лисинской школы номер 12 Баина Бурлыкова набрала максимальное количество 300 баллов. Министр образования республики Булган Ангирова вместе с руководителями столицы и администрации поздравили и вручили денежные сертификаты. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам удачи, не останавливайтесь на достигнутом, следуйте своей мечте, цели, пусть у вас все получится, пусть на вашем жизненном пути всегда встречается как можно больше хороших людей. Идите смело и гордо по своей дороге жизни, и она непременно приведет вас к успеху. И всегда знайте и помните, что вы выпускники самого лучшего и красивого города на всей земле. Взлетайте высоко, но взлетая не забывайте, кто вас учил летать. Ваших родителей и ваших учителей. Только вперед и на высокой скорости. Выпускникам 2024 года крупно повезло. Для нескольких сотен выпускников столичных школ была разработана развлекательная программа с выступлением артистов и молодежных коллективов Калмыкии. Алые паруса – это всегда вера в мечту. И эта мечта обязательно должна сбыться, потому что у них все впереди. Это наше будущее, будущее нашей республики, нашего города, нашей страны. Белые дороги и удачи, выпускник 2024. Всем выпускникам Калмыкии хочу пожелать, чтобы они всегда расширяли свой кругозор. У них была зрелая, активная, вот такая жизненная позиция. Быть человечными, добрыми и справедливыми. Мы желаем нашим детям, конечно же, в первую очередь удачи, поступления. Пусть у них все сложится замечательно, отлично. Пусть они отлично сегодня проведут вечер. Пусть они запомнятся этот выпускной на всю жизнь. Пусть они со своими друзьями остаются на всю жизнь друзьями. И всегда встречаются на встречах выпускников. Хочу поздравить всех выпускников, пользуясь случаем, всех медалистов в том числе. Пожелать им белой дороги во всем. Удачи, успехов, радости, позитива. И вперед, и только вперед. В наше время такого не было. Такого красочного шоу, такого гуляния массового. К сожалению, не было. А сейчас все движется вперед, все в перспективе. И я считаю, что только лучше и лучше становится для наших детей и для подрастающего поколения в том числе. Впереди у выпускников учеба, работа, взрослая жизнь. Алые паруса – повод задуматься о будущем, мечтать и добиваться поставленной цели. Светлана Джи, Владимир Суглинов, информационная программа «День республики».